станичники впервые смогли оценить удобство современного мобильного малодозного флюорографа. Всего же было осмотрено 206 человек. Проведены более 500 консультаций, исследований и измерений. Все посетившие мероприятия имели возможность получить заключение специалистов о состоянии здоровья и в случае необходимости рекомендации по дальнейшему обследованию, а также советы по вопросам здорового образа жизни. В связи с высокой социальной значимостью по поручению главы города-курорта Сергея Сергеева для жителей сельских округов будет разработан и утвержден план дней здоровья и в осенне-зимний период.